Субботние и воскресные обеды в ресторанах Владимирова, Али-Баба, Калинка-Малинка, Одесса-Мама, Масленица. Это становится в Красноярске доброй традицией для многих семей. Но нашу съемочную группу семья Владимировых принимает не в одном из своих ресторанов, а у себя дома. Здравствуйте, семья, и давайте знакомиться. Семья Владимира Владимирова – это его супруга Виктория Стефановна, тесть Стефан Юрьевич, дочь Анна, она учится в Англии и прилетела навестить родителей, младшая дочь Василиса и старший сын Никита. Он учится в Швейцарии, сейчас проходит практику на Мальдивах. И все-таки предпочитаете принимать гостей у себя дома. А почему? Хлопотно же это, а? Принимаем редко, поэтому особо хлопот не испытываем. Потому что в основном на работе, либо принимаем в своих заведениях. Потому что их, как вы уже перечислили, много, намного больше, чем было сказано. И поэтому как бы нам проще, конечно, где-то встречаться на своей территории, чтобы не готовить. Виктория Стефановна, а вот в вашем распоряжении, как у супруги одного из главных рестораторов Красноярска и края, самые, наверное, лучшие повара России. Вот в связи с этим, наверное, уже самой готовить как-то расхотелось, разучились? Или все-таки готовите дома что-то? И расхотелось, и разучились. Варим только супики для Василиски. Дети сейчас разъехались, а когда вот дети были, она постоянно готовила. Раньше и Владимир любил готовить. А как он пиццу готовил, тесто умеет делать. А раньше это когда? 3, 5, 10 лет назад. Когда было мало ресторанов. Владимир Владимиров открыл 5 концептуальных ресторанов и 21 кафе демократичного сегмента с русской, сибирской, европейской, японской и узбекской кухнями. В них можно и недешево поужинать, и недорого пообедать. Для большинства характерен лозунг «Вкусно и доступно». Также в группу компаний входит супермаркет и склад посуды и оборудования для кафе и ресторанов, супермаркет посуды и товаров для дома. Дважды, в 2005 и в 2009 годах, администрации города и края присвоили Владимиру Владимирову звание «Предприниматель года». Лет, наверное, 17 назад, тогда у нас мэром был Валерий Поздняков, помните, конечно, его, я задала ему, казалось бы, такой простенький вопрос. Я говорю: «Валерий Александрович, откуда берутся мэры?» «С шинного завода». Вообще без остановки, ответил он. Вот если следовать этой логике, то вот откуда берутся рестораторы? С судостроительного завода. Я начинал на судостроительном. В качестве кого? Ученик токаря. У героя соцтруда. После школы сразу, да? Да, вот я зубил оточу, он говорит: «Тебе надо в ресторанный бизнес». Шутите? Предвидел. Кроме шуток, я зубило поточил, думаю, что-то такое занятие. Скучное занятие. Прохожу мимо ресторана «Красноярск», мне товарищ там говорит: «Вот я работаю, весело, интересно, общение с людьми». Это какой год был? 80-й год. В то время, наверное, это было интересно. И так вот и попал туда, и до сих пор не могу выбраться. То есть, по сути, вы начинали свою карьеру, вот, что называется, с самого-самого, да, вот самой, еще ступенек не было, а потом уже пошли ступеньки. Ну да, но если это можно назвать карьерой, туда я начинал, полгода на мойке посуду мыл. Посуду мыл? Да, потому что первый день я случайно обсчитал клиента, и меня наказали. Полгода меня наказали, и я понял, что не надо обсчитывать, нельзя людей обижать. То есть, если у вас сейчас официант будет пойман на вот этом деле, что... Мы боремся. Это сейчас это вообще неприемлемо. Раньше, конечно, это было везде и повсюду, к сожалению, практиковалось. И хочется, конечно, чтобы у нас в стране все-таки исчезли всякие поддельные продукты. Это же большая проблема. Обсчеты. Их мало. На рынках это обсчитывают частенько. На рынках... А так, как бы, ну, я думаю, если... Потому что есть хозяин. Есть хозяин, там он не допустит, чтобы, я думаю, в его, как бы, заведение там или в предприятие обманывали, кого-то обсчитывали. Это удар по имиджу сразу. У вас репутация в Красноярске рискованного, но при этом очень надежного, очень респектабельного предпринимателя. И удачливого. Раскройте секрет.
Ну, я всегда советую с женой. Здесь нужно то-то сделать. Я говорю, делаю наоборот. Не, ну шучу. Просто я посвятил этому очень много времени. И я не скажу, что я такой, может быть, крутой ресторатор. Таким, может быть, вовсе не являюсь. Просто делаем, что сможем. Много путешествую, много смотрю. И думаю, что все-таки, наверное, основные рестораны еще впереди в моей карьере. Когда делали ресторан «Гадалов», вот когда думали, как назвать, я посмотрел старые красноярские фотографии, и я увидел, что на многих магазинах, там, на цирюльнях, на кабаках там, или ресторанах, как назвать, висит имя хозяина вместо вывески. То есть это знак качества все-таки, наверное, за имя люди, я думаю, тогда боролись. Потому что это основа всего, честное имя. И я вот пытаюсь, как бы, в силу возможности, конечно, но в большей степени у меня это получается, не идти на какие-то компромиссы, на какие-то сделки с совестью, жить по совести и уважать других, наверное, так. А где вы познакомились с Викторией? А мы Новый год встречали вместе. Это вы уже занимались своим любимым делом или точили зубилом? Ничего не занимались ничем. Так просто встретились два одиночества. Выпили шампанское и вот расстаться не можем до сих пор. Владимир Владимиров, кроме создания ресторанов и кафе, занимается творчеством. Пишет стихи и песни. Выпустил 2 диска. Пока их исполняют другие люди, не автор. Но время покажет. Календарь вновь опустил, лист срываю я. Год так быстро пролетел, милая моя. Провожаем старый год мы в который раз. Новый не спеша придет, ждать осталось час. Мы Новый год с тобой вдвоем встречаем. А на столе готово все, и свечи зажигаем. Свою судьбу благодарю, с тобой всегда мы рядом. Кроме тебя мне ничего, моя любовь, не надо. Но Новый год вы у друзей встречаете? В том году мы встречали в Дубаях. И решили, что дома лучше. Решили на Новый год никогда никуда не уезжать из дома. С детства я всегда помню отца, как он в последний день, всегда 31 числа, покупал елку. Раньше был план, на заводе он работал, был план в советские времена. И 31 числа работал всегда. И вечером с работы уже приходил и всегда елку живую приносил. И мы с ним... А потом он уже перестал живую, стали искусственную с ним собирать вместе. Всегда собирала с ним елку. Здесь вы елку ставите дома? Ну, у нас теперь традиция 31 числа елку ставить. Василиска кота будет таскать. Василиса, покажи котика. Она будет таскать котика, своего друга кота, севера, который уже не знает, куда от нее спрятаться. Вот уже 3 года в семье Владимировых живет кот Сильвер, породы шотландский вислоухий. Его подарили на день рождения главе семьи, а свое гордое имя он получил от Виктории Стефановны. С рождением Василисы коту пришлось проявить свои основные качества – терпение и спокойствие. Ведь в руках этой непоседливой девчушки Сильвер выполняет любые акробатические трюки. Батя у нас гурман. Он гурман, он любит свое единственное блюдо, которое он в конце... Мы про него расскажем. Анна теперь тоже так готовит в Англии. Бытует такое расхожее мнение, что у состоятельных людей вложение в детей – это самое надежное вложение в образование детей и так далее. Для вас это тоже так? Да, но это во всем мире так, я думаю. Во всем мире, я где-то читал, что там, допустим, американцы, там англичане – этому вопросу уделяет номер один, потому что это карьера, их карьера. Нас маленько по-разному смотрим на вещи, к сожалению, на жизнь по-разному, и жизнь по-разному проистекает. Потому что у нас все считают, что кто-то должен сделать, там такого нет. Я был, вот, у нас родственники в Канаде живут, 17 лет исполнялось, племянница, 17 лет исполнялось, я ей подарил $100. И меня бабушка отчитывала неделю. Почему? Зачем ты столько много ей денег подарил?
Говорит, у нас так не принято, у нас дети сами добиваются всего. Я говорю, что вы там дарите? Ну, вот в лучшем случае открыточка и какая-нибудь безделушечка. Хотя они довольно состоятельны. Нет, но в образование все равно вкладывают. Однозначно. Да, я говорю, там даже переезжают с места на место и записываются в престижные университеты. Не так просто попасть. Или в какие-то колледжи престижные. Очень сложно попасть. Там нужно записываться, ждать очереди. Не так все просто. Воспитание детей. У вас разница достаточно большая. Очень сильно методы воспитания, скажем, 20-летней давности, когда Никита и Аня маленькими были, и воспитание сейчас вот этой Васюшки, красотули этой, сильно отличаются? Ну, Виктория, я думаю, не сильно. У меня сильно, потому что я тогда был посвободнее, поменьше было заведений. Не было их вообще. Да, не было практически вообще. И метод был один. А я их хватал, вез спортивные какие-то секции. И я рад, что они прошли эти секции. Потом языки и репетиторы. И, в принципе, у меня сын недавно сказал: папа, как хорошо, что я английский язык знаю. А мне когда-то еще был в Америке, мне человек сказал: вот учи детей английский язык и компьютер. Это, говорит, перспектива жизненная, да. Жизненная перспектива впереди такая. Ну, а самому-то получилось изучить английский? Если бы я уделил достаточно много времени, я бы, наверное, выучил. Потому что, в принципе, преподаватели хвалили, что я легко схватываю. Но так как нет общения и не постоянно это, то есть я уезжал, приезжал, и в итоге я плюнул. Потому что все-таки жить планируем здесь и говорить по-русски. Ну, у нас два человека есть, кто говорят. На разных языках, надеемся, что переведут. Наверное, вы еще и другие. Да, во всем мире сейчас по-русски говорят. Вообще это никакой проблемы нет. В любую страну приезжаешь, в любой город, везде есть русские люди. К сожалению, русская миграция, наверное, самая большая была в мире. Вот после перестроечного, до нее, и вот после небогатые уезжали и с деньгами. И вот это, конечно, большая, мне кажется, проблема для нашей страны. Отток умов, особенно. И вот денег. Сын в Швейцарии, дочка в Лондоне. Что за этим? Некоторые амбиции родителей, дедушки в том числе. Или готовность самих детей попытаться и культуру новую изучить. Почему все-таки зарубежное образование? Я не знаю, так получилось. Виктория всегда настаивала на том, что здесь. Что нужно здесь учить. Я больше как бы советовался с ребятами, кто уже учился, кто учил своих детей. И детям я говорил всегда: выбирайте сами, думайте сами. Ну, я по ним сильно скучала, я с ними очень много времени вместе проводила. Мне без них трудно было. То есть это материнский эгоизм и все? Да, наверное. А вообще, я думаю, что Владимир прав. Окончательное решение все-таки в пользу, скажем, заграничного обучения я принял после поездки в Америку. Я когда летел в одном самолете внутри американского рейса из Нью-Йорка. По программе мы ездили. И случайно у меня соседи оказались ректор Санкт-Петербургского университета, ректор женщина Алтайского университета, и сзади сидел второй человек МГУ. Я у второго человека МГУ спросил: где лучше обучать детей, как вы считаете? Они также ездили по обучающей программе по университетам Америки. Я говорю: но дочь, я говорю, хочет математику. Она все в МГУ хотела поступать в МГУ. На математику? Да. Он сказал, я вот этому, конечно, был поражен, что в России можно изучать математика, физика, горное дело, металлургия. Остальное лучше за границей. Угу. Тогда у меня как бы сомнения отпали. Я говорю: а почему? Он говорит: ну, кадры. Стефан Юрьевич, а вот вы как дедушка, вам ближе все-таки позиция дочкина в отношении внуков или зятя? Ну, я все-таки считаю, что правильно, что они поехали за границу, но только чтобы они вернулись, жили здесь, в России. Анечка, а кто для вас родители? Ну, скажем, родители-наставники, родители-тираны или родители-друзья? Вот если вот по категории, может быть, еще как-то вы их охарактеризуете? Я думаю, друзья. У нас всегда очень теплые отношения. Все понимают друг друга, могут помочь, подсказать.
трудная ситуация. Все-все рассказывается? Да, конечно. Ну, если иду куда-то с друзьями, всегда скажу, не скрывая там, что я. Об ухажерах тоже рассказывать. А кому, маме или папе? Или дедушке? Всем, да. Папе первым. Нет, Анна больше с мамой все-таки делится. Анна больше с мамой, Никита больше со мной. С мамой больше откровенничает. У меня, наверное, боится все-таки, чтобы я там не поругал, ничего такого. Хотя я своих детей ругаю очень редко. Тогда какие методы воздействия? В первую очередь, любить, наверное. И они это чувствуют, я думаю. Это самое главное, я думаю, когда детей не любишь. Хотя, я думаю, редко, мало таких родителей, кто детей не любит. Но, к сожалению, немало. К сожалению, есть, да, наверное. И ну, вот основа всего, я думаю. А дедушка у вас вообще допускается к воспитанию? Дед у нас чемпион мира по воспитанию. Святой. С Василисой сидит, за ней все там убирает. Нет, ну я так рассуждал когда-то, что воспитывать должны папа с мамой, а деды с бабушкой балуют их только для того, чтобы баловались. Правда, когда мы приходим, дед бегом убегает. Почему? Возраст. А все-таки вот по-вашему, больше строгости или больше ласки? То и то, я думаю. Я думаю, и то надо, да. Какой вы хотите видеть жизнь с точки зрения карьеры, семьи, положения в обществе для всех своих троих внуков, троих детей? Дети, конечно, это основа, я думаю, любой родитель даже, так сказать, те, кто мало времени уделяет, все равно они хотят, чтобы их дети были лучше их. Это естественно. В том числе и лучше самих родителей. Естественно, да. И мне хочется, чтобы они выбрали свой жизненный путь, конечно, сами, чтобы были самостоятельны. Это самое, это, наверное, номер один. Ну и карьера, я думаю, пусть сложится так у них, как они будут к этому прикладывать усилия. И это тоже, думаю, важно, чтобы они прошли свой путь сами, без чьей-то помощи, потому что я знаю много фактов, когда люди с чьей-то помощью поднимаются, а потом падают. Но мне бы хотелось, чтобы дочь выучилась, вернулась домой, нашла тут хорошую работу. Но если устроиться там, я буду только рада за нее. И нашла семейное счастье. Вот за 4 месяца, которые вы прожили вне дома, уже есть возможность хотя бы пунктирно сравнить жизнь тамошнюю и жизнь здешнюю? Конечно, в каждой стране есть плюсы и минусы. Я думаю, плюс в Англии – это не так холодно, во-первых. Да, конечно, есть морозная погода. Потом образование, конечно, хорошее очень. Интересно учиться. Народ, мы одноклассники, очень хорошие, добрые. Все всегда помогут. Из разных стран? Да. Ну, минус то, что я, конечно, скучаю по родителям, по друзьям, всем. Иногда очень хочется домой вернуться. Стефан Юрьевич, вы здесь живете вместе с... Нет. Нет, вы в гости приехали. Я в гостях. Что вы любите больше всего из того, что зять или дочка готовят? Нет, батя у нас гурман. Он гурман, он любит свое единственное блюдо во времена становления. Жили мы с ним в его маленькой квартирке. И вот батя постоянно готовил. По утрам, он утром строго готовил. Правда, одно и то же блюдо. Но мне оно очень нравится до сих пор. Анна теперь тоже так готовит в Англии. Рецепт от Стефана Юрьевича. Рекомендуется в первую очередь холостякам и студентам из-за простоты приготовления. Для одной порции нам понадобится 2 средних картофелины, 1 луковица, 1 морковь, столовая ложка топленого сала, соль и специи по вкусу. Овощи нарезать, посолить и добавить ложку топленого свиного сала. Готовить нужно в микроволновой печи сначала 6 минут на полной мощности, затем овощи вынимаем и перемешиваем. Через 10 минут дальнейшего приготовления на половине мощности блюдо готово. Приятного аппетита! Мы просим всех наших героев поделиться секретом своего семейного счастья. Ну, надо понимать, кто рядом с тобою. Вот. Считаться со всеми окружающими. Кто рядом. Ну, как еще, не тянуть одеяло на себя.
Мое счастье в моих детях, в моем муже, в трудоголике. Для него главная работа. Ну хорошо, когда есть у человека любимое дело. Я думаю, это теплые отношения в кругу семьи, понимание, чтобы все были здоровы, не болели. Это самое главное, я думаю. Семейное счастье — это такое очень сложное, конечно, понятие. У всех оно по-разному, к сожалению. У кого-то это пиво по утрам, или завтраки, и кофе в постель. Но на самом деле, мне кажется, все-таки это основа семьи – это любовь. Как батя сказал, взаимопонимание, терпение. Потому что семейная жизнь непроста, много куча всяких сложностей, трений, ссор, скандалов. Я думаю, все через это прошли. Но больше все-таки хороших моментов в жизни. И счастье все-таки, основа — это все-таки дети. Дети. Моя любимая супруга. И я думаю, все-таки это поддержка старшего поколения. Потому что, к сожалению, у нас пока недостаточно. Мы уделяем внимание старшему поколению, недостаточно их, скажем, любим. Уважение к старшим – это основа, мне кажется, всего семейного рода. Почитание старших. Наш традиционный подарок вашей семье на память – вот такую тарелку фирменную. И пусть эта тарелка в вашей семье всегда будет полной. Неважно, салатом оливье, или рыбкой, или картошечкой с сальцем. Спасибо. Мы желаем вам счастья, удачи. Спасибо вам большое.